Как защитить телефон от вирусов? На вашем смартфоне появилась информация о заражении вирусами. Что делать? Всегда выбирайте надежные источники для скачивания файлов и приложений. Регулярно обновляйте антивирус и программное обеспечение смартфона. Избегайте подключения к подозрительным сетям Wi-Fi. Используйте только домашнюю сеть Wi-Fi для просмотра важных и личных документов. Удаляйте ссылки от неизвестных отправителей. Используйте разные и сложные пароли для профилей в социальных сетях. Установите пароль на блокировку экрана. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.